Всем привет, друзья! Сегодня наш второй разговор звучит так. Ответ на мой вопрос. Задайте любой вопрос, который вас мучает, и мы смотрим, какой будет ответ. 6 вариантов. Ну что, начинаем. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Ответ на мой вопрос. Любой вопрос, который вас мучает, любой вопрос, который вас очень сильно интересует. Да, возможно, вы получите ответ на ваш вопрос. Я начинаю. Единицы. Ответ на ваш вопрос. Здесь нужно дождаться. Дождаться того момента, которого вы хотите здесь и сейчас. Дело в том, что умеренность – это достаточно медленная карта. Она может проигрываться как от полгода до полтора года. Поэтому, возможно, здесь вы загадали некий событийный ряд. Да, когда быстрее или когда его ускорить. Умеренность говорит о том, что всему свое время. Вам для этого делать ничего не нужно, только набраться терпения. Это некое время. По карте смерть оно придет само. То есть эти колоссальные изменения, этот событийный ряд придет сам. Здесь единицам ничего активно предпринимать не нужно, визуализировать не нужно, то есть заниматься какими-то техниками, либо думать, гадать, а как приблизить, а с кем связаться, а с кем поговорить, а что выбрать. То есть здесь будет ответ на ваш вопрос своевременно, просто это не сейчас. Так, единицы, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я двигаюсь дальше. Двойки, смотрим ответ на ваш вопрос. Ну, двойственно, сейчас посмотрим. Разъединение или воссоединение здесь? Здесь у двоек внутренние противоречия. Рассоединиться, воссоединиться, либо наоборот разорвать тот, например, или иной союз. Выбрать это, то есть в качестве воссоединения, такой синергии, кооперации, либо не выбрать это. В данном случае нужно поступать по справедливости, да? Как гласит совесть, как гласят законы Вселенной. Не так, как хочется вам. Возможно, вам хочется согласно вашим эмоциональным либо чувственным порывам, но это неправильно с точки зрения какой-то этики, либо честности, справедливости. Это неправильно. Поэтому в данном случае нужно сделать выбор, а ключевое здесь слово «выбор» нужно сделать по справедливости. Вот и все. По справедливости это ответ будет в сердце, не в уме. В данном случае пятерка жезлов – внутренние противоречия, которые происходят в уме. Все, что происходит в уме, мысли – это не наши. Мы антенка, они идут горизонтально. А настоящий ответ в сердце, поэтому там задавайте себе вопрос. Двойки, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я двигаюсь дальше. Тройки. Ответ на ваш вопрос. Ответ на ваш вопрос является некий мужчина. Возможно, земного знака зодиака, но не факт. Мужчина, скорее всего, денежный, либо у него свой бизнес, то есть зарабатывает он хорошо, возможно, женат, либо разведен. Ну, то есть прошел он уже больше, чем полпути, скажем так. Опытный мужчина, очень стабильный, возможно, такой приземленный, спокойный, где-то медлительный. И что здесь? Вас с ним связывают какие-то длительные отношения, либо воспоминания. Возможно, сейчас вы не вместе, либо не общаетесь, потому что между вами боль, пропасть. Ну, очень много неприятных моментов, депрессивных. Но, тем не менее, очень много приятных воспоминаний. Может быть, даже кто меня смотрит, здесь замужние девушки, да, даже семья, дети есть. И что? То есть любовный треугольник, то есть люди не нашли общий язык, нет какого-то взаимного взаимодействия. Поэтому вот какой вопрос задали, причина тому,
данный мужчина и вся к нему ситуация составляющая. У кого-то любовные треугольники, у кого-то просто ссоры, скандалы, непонимание, когда люди просто, ну вот, одиночество вдвоем. Каждый живет на своей волне и не слышат друг друга. Нет какого-то взаимного обмена. Ссоры, скандалы, какие-то претензии. То есть всему ответ этот мужчина. Ну и что с этим мужчиной вам делать? Ничего не делать. Верхом на жизнь повешен. И что? Мужчина, возможно, сам каким-то образом к вам проявится. Но здесь нужно смотреть индивидуально. Здесь очень много слоев информации. В любом случае, под цвет, я думаю, вы получили тройки. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому нужны личные расклады, пишите мне в личку. Я двигаюсь дальше. У нас на очереди четверки. Кто-то здесь с ленцой, с апатией. Никому ничего не хочется и ничего не радует. Возможно, какие-то есть завышенные требования или завышенные ожидания. Плюс ко всему, возможно, есть такое недоверие или недовольство к людям и вообще внешнему миру, то, что вам предлагает жизнь. И это не так, и то не так. Да, то есть вот постоянно какие-то такие претензии. Либо упадническое состояние, нет ресурсов. Здесь нужно смотреть, что у человека на тонком плане. Что с его эфиркой, либо астральным телом. Потому что, ну, возможно, энерговампиры, мало ли что. Поэтому человек здесь однозначно не в ресурсе. Это ответ вам. А надо брать этот... Здесь вам идет по карме. Ну, ребят, кто меня смотрит часто или там вообще смотрит, вы же не первый раз родились. Здесь на человеке есть какое-то воздействие. Как я уже сказала, отток энергии идет. Возможно, поле пробито. Повешенный и маг. То есть здесь какое-то воздействие на человека идет. Поэтому он не в ресурсе. И вам это идет по карме. То есть это некий такой кармический узел. По правосудию, по заслугам получаете. То есть, поэтому четверки где-то здесь раньше накосячили. Поэтому сейчас и получают такую нересурсность, собственно. Закрытость некую от мира, недоверие. Возможно, даже вот какой-то настрой такой негативный. Да, здесь может быть даже еще связано что-то и с мужчинами. Возможно, на вашей пути встречаются мужчины, которые вас, ну, абсолютно не радуют. Либо они не соответствуют вашим требованиям, каким-то ожиданиям. Поэтому, я думаю, четверки получили по цвету. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. За личными раскладами мне в личку. Я двигаюсь дальше. Пятерки. Ответ на ваш вопрос. Да, здесь первое. Возможно, нужно что-то проанализировать, включать логику, ум и разум, рациональность. То есть здесь не нужно полагаться на интуицию и на чутье, здесь нужно полагаться конкретно на логику, конструктивно все делать. Это первое. Второй момент. Возможно, какое-то обучение здесь у человека, какие-то тренинги он должен пройти, начало чего-то. Потому что пажи – это еще пионеры, которые учатся или обучаются. Да, здесь однозначно подумать именно логически. Не чувствами, не сердцем, потому что здесь у человека упадническое такое состояние. У него нет внутренних сил для того, чтобы двигаться дальше, потому что все завязано на чувствах. Эмоций очень много, они негативного характера, забирают много энергии. Поэтому здесь нужно отключать свои эмоции, уметь над ними работать, включать ум, включать именно осознанность. И тогда вам сразу придет идея, как двигаться дальше. К чему двигаться дальше? Потому что здесь есть какие-то впереди начинания. Что-то нужно начать, изучить. Возможно, войти в какой-то коллектив, который важен вам, интересен вам, либо есть какие-то общие интересы. То есть начало-начал. А возможно, кому-то нужно будет здесь сменить местоположение, то есть куда-то уехать, хотя бы с одного, например, места работы перейти на другое, либо с одного города в другое уехать. Здесь должен включаться ум и разум и логика, да? Благодарю за просмотр, пятерки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И у нас на очереди шестерки.
шестерки, ох, какая у вас прекрасная карта. Да, верьте в свою звезду, верьте в свою счастливую звезду, надейтесь, мечтайте, и ваши желания сбудутся. Да, возможно, они еще далеки, то есть событийный ряд, он не столь быстро будет осуществляться, но тем не менее, чем больше вы визуализируете, верите в это, думаете об этом, именно вера, вера, она помогает творить ту реальность, которую вы хотите. Это об этом. Да, не отклоняйтесь от своего пути. Не отклоняйтесь. Даже если есть какие-то сложности, трудности, устали, идите до конца. Умейте не прогибаться под систему, неправильное слово, у меня сразу идет потоки. Умейте подстроиться под ситуацию, но все равно помните о вашей цели. Цель, конечно, важна, но самое главное важен путь, как говорит мой учитель Мрам. Путь, и я с ним абсолютно согласна. Поэтому то, что вы себе здесь наметили, это абсолютно верно. Звезда — это подсвет вам о том, что вы идете в правильном направлении. А правильное направление — это выполнение своей задачи на воплощение. Поэтому здесь не склоняйтесь ни вправо, ни влево. Идите своим путем. То есть вы идете в правильном направлении. Это об этом. Шестерки, благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому нужны личные расклады, пишите мне в личку. И я не прощаюсь с вами. Пока-пока.